Зритель, не забывай подписаться, поставить лайк и колокольчик. Для автора это очень важно. Спасибо. Такой рыночек в Страсбурге. 3 колбаски 11 евро. Нормально. 1 4 евро. Варанские пироги. Пельмени с колбасой. Варанские 12 евро за килограмм. Пойдем. Мяско. 26,95 за килограмм. Два килограмма 4 евро. Фички. 3 евро. Даже еще малина есть. Там все очень аппетитно. Конечно, можно перекусить, наверное, здесь. Кто это такой? Какой-то, я не знаю, гусь или кто, 17,70. Гусь? Может быть, гусь, может быть, курица такая большая. 17,70 за килограмм. Пироги лоранские кругом, не только лоранские. Надо их греть. Идешь за мной? Курица гриль. Тут же грилятся колбаски, курица гриль. Вот можно перекусить. 19,90. 5,50. Запеканка картофельная. 13,90 за килограмм. Овощи, картофель. 1,70 € за килограмм, такой красивый картофель. 28 за килограмм, 19 за килограмм, 35 за килограмм, 33 за килограмм. Крапин 3,50 за штучку. Рыбные ряды. Идешь? Рыбные ряды. Такие вот. 6 евро за килограмм. Это кто? 16 евро. За 3 или за дюжину, не знаю. О, красиво. Рыбка 44,90 за килограмм. Сорок евро за килограмм. Даже здесь что-то готовое. Какой салмон красивый. Лосось 70 евро за килограмм. Танцуют все. Да, все. Танцуют все, у кого есть деньги. Очередь у лавки китайской со всякими рулетиками. Ну, потому что рулетик 1 евро всего стоит. Любое изделие евро. Халява. Поэтому и очередь. Такие вот смеси сразу же есть для салатов. Здесь ценники. 12,90. 11 евро за килограмм. Если вы так и знали. Паэлья 7,50 за порцию. Порция. Готовили только что. Уже 2 порции осталось. 7,50 дешево для такой порции. Порция реально большая. Вот такие отделы мясные. О, это просто вообще битком. Битком всяким мясом. 10,90, 15,90. Все. Да, лапка. Сосиски 16,50. Сардельки крестинские 17,90 за килограмм. Это кто, багет? Ага, какие-то мясные дела. Какие-то мясные дела. А? Давай руку. Цветочки тут же продаются. Сок жмут. Варанские кругом пироги. Третье или четвертое место уже с варанским пирогом. Рыбка
26,90 за килограмм. Красивая. Все очень красиво. Дорада 19,90 за килограмм. Кальмар 19,90 за килограмм. Умножаем на 70. 1400 за килограмм. Такая вот выпечка 100 граммов. 3,60. Килограмм 36 евро. Бонжур. Очень красивый. Порция 5 евро. Я не знаю, что это. Это уже все готовое. В общем, можно покушать. Пироги. Вот такой пирог. 5,50. Он с сёмгой, с форелью и со шпинатом. Сточные мотивы. 4,50. Ну, тоже хорошие цены. Если захочется перекусить, можно. Да, в общем, есть и заготовки, есть и готовые блюда на этом рынке. Запаха какого-то такого сильного не стоит с едой. Сейчас вот здесь вот вафли жарят. Вафли с шоколадом чувствуются. Прикупили на рынке что-нибудь? Все, идем дальше.